вот говорю, не... Ну, сужу, это не всем говорю, это я так полагаю, как я считаю правильным. Не мешайте. Да, не огорчать буквально там, не обижать и так далее. Тем, кто в язычестве. Да, тем, кто пребывающий в язычестве, да? Пребывающий из числа язычников. Так, буквально. От язык из язычества и обращающимся к нам. Да. То есть, если это простая формула такого главного призыва апостола Павла, собственно, благодаря которому христианство стало на разные что вышло из пределов действий, поскольку до апостола Павла эта идея не позволит апостолу Павлу не использовать. Тем осужу, не стужайте сущим от язык, обращающимся к Богу. А если еще раз, прошу, через паканье? Тем осужу, не стужайте сущим от язык, обращающимся к Богу. Замечательно. Все, спасибо за это наше место. Обращается теперь желающие получить отчет и проявляться. Да, я забыл спросить уже еще организационный вопрос. Есть ли те, кто нуждается в отчете из тех, кто не был достиг?